Маруська. У Маруськи сушняк. Правда, что она выпила уже какую-нибудь сушку? Она уже третью пьет. Вот. Что-то, говорит, я, говорит, так. Вкусная вода у вас, однако, родители. Ну, на лапку не опирается. К сожалению. Ну, шов у нее разошелся. Вот. Так что вот такие новости от Маруськи. Сидеть не хочет, только лежит. Причем воды пьет очень много. Непонятно почему. Все, напилась? Да? Напилась? Нет? Еще, еще, говорит, попью маленько. Ну, в клетке оставлять нельзя миску. Она разливает. И потом будет в мокром лежать. А если лежать в мокром, то образуются пролежни. Поэтому приходится заходить несколько раз в день, давать попить. Такая вот беда с Маруськой. Вот, мухи летают, тут бородухи. Ну, все. Такая нехотя так устала пить. А есть будешь? Кушать будешь? Ну? Вот. Ой. Давай уберем. Вот, все. А кушать будешь, Маруся? А? Ладно, оставим так.